Привет, девчонки! Вот и наступило то самое время, когда мы с вами вытаскиваем из шкафа все наши блестюшки, пайетки и люрикс для того, чтобы придумать, что же мы наденем на Новый год. И на самом деле выбор очень-очень зависит от того, где мы, собственно говоря, собираемся встречать Новый год. Это будет ресторан, это будет какая-то шумная вечеринка, бар, ночной клуб, просто в гости к друзьям или даже дома. Ну вот, в моем случае в этом году мы идем в гости к друзьям. Обычно мы ходили как бы по ресторанам, обычно какие-то ночные клубы, партии и так далее, шумные такие места. И поэтому вот у меня большой арсенал всяких блестюшек. Там еще лежит, как бы просто все в руки не влезло. И я очень люблю покупать вещи с пайетками. Надевать мне их особенно некуда. Я их ношу раз в год, реально, вот на Новый год, на новогоднюю вечеринку. Но люблю, чтобы они у меня были. Вернее, не так. Вот платья, например, вот эти, да, вот такие, я их надеваю раз в год. У меня есть еще юбка в пайетках, есть блузки. Блузки всякие в пайетках я ношу с джинсами иногда, с какими-то такими вещами более такими обыденными, каждодневными. И тогда я могу спокойно их... ну, как бы надевать на какие-то, ну, более-менее такие торжественные мероприятия. Вот, и поэтому блузки как-то более в ходу. А платье, конечно, вот только вот на Новый год, на большие какие-то торжества. Вы видите, вот, что у меня большая-большая коллекция. Сейчас мы будем с вами примерять. Я не буду составлять никакие аутфиты, но, может быть, и пару юбок померю с блузками со своими. А просто вот похвастаюсь вам своими блестюшками, пайетками, чтобы поднять вам настроение, чтобы создать такую вот новогоднюю какую-то ауру, атмосферу, вот, потому что вот это вот все, я вот для этой цели буду скакать под елочкой, которая у нас стоит дома, и поэтому вот будем создавать новогоднее настроение, радостное, веселое, как мы все очень это любим, и давайте начнем. Вот, кстати, первое платье, сейчас, первое платье, в нем я встречала Новый год, по-моему, в прошлом году, я не помню, ну, в общем, обычное совершенно платье, сделанные из разноцветных таких веселеньких пайеток. Совершенно обычный фасон. Кстати, пайеточные платья, они, как правило, и бывают только таких фасонов. Потому что, ну что тут еще уже, какие уже тут фасоны можно, когда вы так вся блестите, как воздушный шар. Не воздушный. Дискотечный был вот такой шар. А я вот, кстати, в тапочках даже. Давайте я их сниму, чтобы уже как-то так совсем. Потому что я... туфли даже не хочу надевать, я просто вот встану на цыпочки, чтобы вы представляли, потому что мне просто, ну что туфли как? Во-первых, меня в полный рост не видно, во-вторых, я же сейчас не делаю какие-то там аутфиты собираю, я уже туфли потом придумаю какие-то. Ну, в общем, вот такое вот платье, оно очень удобное, практичное, оно, видите, оно не узкое, не широкое, оно такого размера как раз вот в самый раз. Единственное, что... У него длинный рукав, что с одной стороны хорошо, с другой стороны это не очень, потому что когда какие-то танцы-шманцы, становится жарко вот в рукавах. Поэтому как бы с одной стороны это хорошо, с другой стороны я как бы не очень этому довольна. Но в общем вот такое вот оно, видите, оно пайетки разных цветов, разноцветные, классные, очень классные. Дискобол! Совсем, совершенно. Вот такие, кстати, я сережки надела, подходят тоже. Так, смотрите, вот такое платье, оно прям реально короткое, здесь надо его чем-то заколоть, потому что оно распахивается, все распахивается, но оно очень удобное, это такое платьице с запахом, тоже коротенькое, тоже с рукавом, но оно прям все серебряное, серебро, блестит и переливается, и, в общем, очень-очень такое вечернее прям парти, парти-дресс, как это у нас называется, и в нем можно пойти... на очень какое-то радостное торжественное событие. Что-то у меня как-то... Здесь кнопка. Нужно было бы даже подтянуть немножко. То он мне как-то талию не изображает. Но вырез очень большой. Но его надо подколоть, заколоть. Здесь, кстати, есть какой-то крючок. Но я не знаю, за что его цеплять. В общем, вот так вот. Представьте, что я так вот здесь, может быть, зашью, приколю. Очень классное. Коротенькое. Ножки. Как у козырожки. Класс. Очень классное платье. Тоже люблю его. Оно такое совсем такое яркое, блестящее. И вот. Вот такой вот аутфит. Такое платьице. Вот я к нему такие серьги надела. По-моему, я вам его показывала в прошлом году. Вот в прошлом году, может быть, я его надевала на Новый год.
мне кажется, не то черное. Оно у меня здесь на полу лежит. Потом я буду все убирать, просто я вам поэтому показываю. Вот то вот черное. А вот это, мне кажется, я надевала в прошлом году на Новый год. А оно немножко отличается тем, что у него, видите, пайетки такие в виде вот таких вот висюлек. Тоже совершенно обычный фасон, прямое совершенно платье, удобное. Вот еще хочу сказать вам, что новогоднее платье не должно быть узкое. Ни в коем случае, иначе вы в салат оливье у вас попрет, вот извините. Вместе с шампанским перемешанным. Ну, в общем, вот такое вот тоже платьице. Смешное, очень в танцах оно очень симпатично выглядит. Вот, потому что все это вот так вот передвигается, двигается, блестит, прыгает, сверкает. В общем, очень классно. Платье... Радуга, пайетки радуга. Тоже оставила вот эти же серьги розовые. Тут что-то есть такое розовое. Тоже короткое, просто вот такое вот прямое клешное платье с такими вот рукавами. Я вам хочу сказать, что в пайетках есть проблема в том, что они могут увеличивать объем. Во-первых, телефон увеличивает. Во-вторых, вот те платья я примеряла, вроде ничего. А вот в этом я что-то смотрю на себя, и какая-то явно толстая. Правда же? Мне кажется, что это потому, что цвет такой, такой светлые пайетки, они как-то немножко... Или величина пайетки. Мне кажется, когда крупные пайетки, они как-то уменьшают, а мелкие вот эти, они... Ну, в общем, не знаю. Короче, нормально. Ничего страшного, очень даже ничего. По-моему, платьице тоже в самый раз. Тоже вот рукав длинный. Ну, вот смотрите, в этом году мы идем домой. Это не будет ресторан, это не будет ночной клуб, где там танцы до упаду. Где куча толпа народу, жарко, все там прыгают, потеют, в общем, пьют, и все это вот это вот. А мы идем домой в гости, и там, конечно, тоже у нас будут, наверное, мы будем там танцевать, но это не будет такой, как ночной клуб, знаете, как ресторан, где справляют Новый год, и, в общем, там будет не так много людей, и я думаю, что мне даже и в рукаве не будет уж так уж и жарко. Опять же, место для оливье немножко есть еще, не сильно, но имеется. Вот, вот такой вот платьице. Платье и радуга пайетки. Классика черного, классическое черное платье в пайетках, на запах, оно длинное. Вот в нем я вряд ли пойду, конечно, на Новый год, потому что оно длинное, это больше платье какой-то вот ресторан, на какое-то мероприятие, там, ну, не знаю, на свадьбу, кузины или еще чего-то такое, на концерт. У нас так не ходят на концерты, ни на балет, никуда у нас так не ходят. Но, в принципе, оно очень... Вот на парте, например, на работу можно было бы, если бы у нас было, но у нас парте не делают уже после определенных событий трехлетней давности. А когда-то делали, и в нем можно было вполне пойти, потому что оно такое длинное, приличное, у нас как бы, ну так, особо никто не наряжается, но поскольку оно черное, то, ну, конечно, я бы была самая нарядная в таком платье. У нас люди приходят и... Черненькое платьице, здесь какой-нибудь цветочек вышит, вот это вот максимум, что было у нас самое нарядное, что могут придумать наши канадские дамы. Но, во всяком случае, можно прийти в таком, конечно, я бы, наверное, выглядела слишком переодетой, ну, как сказать, разодетой. Но оно такое классическое черное платье, на Оскар в нем можно пойти, королеве на прием, королю, вернее, уже королева у нас уже, теперь у нас уже король английский, вот. Ну, в общем, мне оно нравится своей строгостью, классическим кроем. Надеюсь, что когда-нибудь у меня будет случай его надеть. Так, золотое платье, в нем есть все, что нужно для вечеринки, декольтаж невероятный. Я вот все думаю, как мне с ним бороться, потому что очень большой вырез. Кстати, вот такие серьги я надела, вот такие прозрачные с золотым ободком. Оно не длинное, то есть как бы короткое. Я думаю, что то, что я с ним сделаю, я, кстати, его еще тоже ни разу не надевала, потому что оно вот как-то длинновато, мне кажется, правда? Можно вот здесь вот ушить, поднять шлейки, ну, то есть вот эти вот, не шлейки, а перепонки, как это называть, плечи. Как-то вот так вот ушить, я, конечно, сама это не сделаю, надо нести в ателье, в мастерскую, таким образом уменьшится вырез, и оно немножко укоротится. И будет, мне кажется, длина немножко лучше. Потому что вот так оно как-то длинновато. Длинновато. И вырез великовато. Но тоже такое, знаете, вот в нем таки точно можно кушать все, что угодно. Оно такое вот A-силуэтом.
классное тоже платье, еще ни разу не носила. Может быть, в этом году надену его на этот Новый год. Единственное, что я вам хочу сказать, что во всех этих платьях есть один большой недостаток. Вот там вот, вот не во всех, а в некоторых из них, вот просто оно зашито, у него есть подкладка, конечно, но внизу, видите, край зашит вот таким вот образом. И вот эти вот пайетки ужасно обдирают колготы. То есть просто колготы вы наденьте, и вы просто их выбросите потом, после одного раза, после того, как вы сходили в таком вот платье. Может быть, что-то нужно придумать, что-то пришить, какую-то ленту, но неохота этим заниматься. Но в любом случае, вот такое вот блестящее платье, оно очень интересно сделано. У него, я немножко стесняюсь, очень большой вырез. У него очень интересные пайетки, такие непростые. Как-то так они фигурно вышиты. В общем, интересное платье, симпатичное, тоже красивое. Одно из моих самых любимых и самых старых пайеточных платьев, которые я покупала с самого, ну вот, в самом начале моего увлечения пайетками, оно очень интересно тем, что оно все-все-все в пайетках, плюс на нем вышивка. Видите, какое оно красивое? И мне нравится, что в нем есть рукав, но не длинный. То есть, с одной стороны, не совсем рука открыта, а с другой стороны, вот в нем как бы не жарко. Оно очень тонкое, очень легкое. Длина в нем тоже вот такая вот прикольная. Единственное, что оно, я в нем немножко как такая, знаете, в нем нет совершенно формы абсолютно. Оно вот такое прямое, как мешок. И я в нем как такая черная колонна в цветочек. Блестящая черная колонна в цветочек. Но очень удобное, потому что оно легкое. Вот многие вот эти вот пайеточные платья, которые я примеряла, некоторые из них прям реально такие весомые. А вот это легенькое-легенькое, и вот оно вот интересно сделано именно тем, что у него пайетки и вышивка. Это большая редкость вместе. Как правило, это редко бывает, но вот такое вот симпатичное. Моя любимая, кстати. Ой, пардон. Закрываю свой бюст. Значит, это блуза. И вот такая у меня есть юбка с пайетками. Но видите, они разные. Блуза в серебряных пайетках, а юбка просто в черных. Вырез, разрез, вернее, все дела. И, в общем, юбка длинная, но с разрезом. И вот такая кофта. Ну, вот эту кофту, кстати, реально я носила с джинсами. В какой-то мы ходили, какое-то мероприятие. Ну, не мероприятие, просто с друзьями встречались. Нам было так более или менее нарядно, надо было одеться. И я вот ее надела. Она такая, знаете, вроде бы такая, у нее такой casual фасончик. При этом пайетки блестящие. Вот она с джинсами прямо, я прям такая была вроде бы и нарядная, вроде бы как и не очень. А вот с этой юбкой тоже неплохо, тоже ничего. Так, сейчас покажу вам еще раз издали. Так. Черную юбку можно надеть вот с такой вот блестящей кофточкой. Смотрите, она тоже очень классная. У нее, посмотрите, какие красивые пуговички. И вот, ой, тоже вырез, конечно, невероятный. И тоже, значит, я надела его вот с этой вот юбкой. Ну, как-то она узковата мне, правда? Мне кажется, она с более какой-то широкой юбкой, а то я получаюсь как какой-то как-то узкая юбка и узкая кофта. Правда, у нее большие рукава, широкие. Может быть, это немножко как-то все дело исправляет. Но, если честно, мне не нравится. Это как-то очень узенько все получается. Нет, некрасиво. Такой вот у меня еще есть топ. По-моему, в какой-то из моих примерок в H&M я вам его показывала, и я его таки купила. Видите, он такой бежевато-серебристо-золотой, вот эти сережки тоже я надела. И мне кажется, что с этой юбкой лучше вот такой топ. Такой широкий, он как бы широкий. И я так разлохматилась, девочки. Вы представляете, все это снимать, одевать. Все эти пайетки, они цепляются за волосы. Это, о май гад, ужасно. Ну, короче, в общем, вот такой вот образ, мне кажется, так лучше с этой кофтой, потому что та серая, она какая-то уж очень узенькая, а эта пошире, она как-то лучше выглядит вместе, потому что узкая юбка и топ должен быть немножко пошире сверху. У меня еще есть вот такая вот пайеточно-зеленая история. Как я люблю зеленый цвет. Это блузка, вот мне только не очень нравится ее горловина, я бы ее куда-нибудь отрезала, убрала, но я тоже померила ее с этой юбкой, и мне кажется, это не очень как-то, вот, потому что она такая длинная, узкая. Единственное, что они разного цвета, может быть, ее можно как-то заправить. Здесь ее так подзаправить, типа, да, тогда, может быть, будет получше. Вообще-то к этой юбке лучше всего какую-нибудь непоеточную блузку. Просто я вам показываю свои пайетки, поэтому я вот устроила вот такой вот пайеточный карнавал.
Мне кажется, с прошлый раз, кстати, я в прошлом году я примеряла ее с белой рубашкой, и было очень, очень клево, всем понравилось. А, но сейчас просто я как бы не то, что я, но я вот просто вот показываю вам, создаю вам новогоднее настроение своими блестюшками. Так, у меня еще есть такая рубаха, блузка такая с пайетками. Видите, у нее воротничок. То есть она как блузон. Я ее померила, вот у меня есть такая бархатная юбка, но это как-то не очень. Вот ее было бы хорошо с какими-нибудь кожаными штанами. Вот что-то такое, мне кажется. Или какими-то вот леггинсами такими классными. Ну, в общем, с юбками она не очень, потому что она такая длинная. Я, кстати, ее помню, что я тоже надевала ее с какими-то типа джинсами. Или какие-то брюки такие. И вот куда-то ходила в ней, и она выглядела очень даже классно и элегантно, потому что она с одной стороны просто черная, с другой стороны вот у нее большие такие красивые пайетки, крупные, мягкие такие, классные. И вот я просто надела эту юбку черную, чтобы вам ее показать. Не юбку, а кофточку, потому что ее вот можно с какими-то брюками, с узенькими, например, какими-то такими черными, знаете, такими типа вот туфли на каблуке, узкие такие брюки, такие, знаете, вот классические и не очень длинные, вот так вот где-то по щиколотку, и вот так вот в ней выписывать будет очень классно, будет прям красиво какое-нибудь сюда украшение, вот такой кулон какой-нибудь, знаете, вот я оставила эти серьги, но мне кажется, сюда нужно надеть вот какой-то такой красивый большой кулон, именно вот не бусы какие-то, цепочку, а вот что-то такое, или жемчуг, вот сюда прекрасно, если большой длинный жемчуга навешать вот здесь вот сверху, это будет как у Оли Вару из Франции, вот эти вот ее жемчуга, если надеть сверху, мне кажется, на вот эту пайеточную кофту, это будет просто шикардос, просто шикарно. Вот такая блузка-рубашка, она сделана просто из таких золотистых мелких пайеточек, видите, нашиты они вот так. Вот, просто очень, господи, у меня же голос. Классический фасон, обычная рубашка, и вот такая вот она просто вся блестит. Кстати, она не такая уже безумно нарядная. Я, кстати, ее тоже носила с какой-то одеждой такой, ну, такой, не джинсы, а, по-моему, какую-то юбку узкую, такую обычную. И получилось, и вот сверху надела ее, она такая более или менее не очень такая нарядная. Такая продавщица из буфета пришла в клуб на танцы женихов завлекать своими блестками. Есть немножко такое дело. Ну, в общем, вот такая вот тоже блузочка. Последняя. Все, больше у меня ничего нету. У меня, вернее, есть, но там у меня есть еще одно платье, в которое я уже не влезаю. Я его тоже давно покупала, и оно мне маловато. Все, дорогие девушки, вот такое у нас сегодня было видео. Надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что я вас немножко развлекла, развеселила, подняла вам настроение своими блестками и пайетками. И вы, так сказать, с моим видео больше прочувствуете то, что надвигается Новый год, праздники, нам нужно уже готовиться, и, в общем, мы уже должны думать о новогодних нарядах. Все, люблю, целую, с вами была Дита из Канады, всем пока, бай!